Добро пожаловать в русское народное утро. Гречка в такой штуке. Чайник на плите, смотрите. Просто молоко. Наливай, Катюха. Будем кушать. Корова подоила? Нет, ну попозже. Задача на сегодня, понятно. Корову подоить, кефиру попить и на печку спать. Давай. Погодка просто шик. Шикоблеск. Солнце вон, видите? И я не вижу. Улицы лето. Да нет. Лето. Нет. Лето. Нет. Где солнце? Марсет. Марси. И дождь не Марси. Да, заболеем. Там добрая женщина нас привезла. Вот вы приехали, вот сейчас вон там все. Будем устанавливать машину. Внимательно. Не делайте, это опасно. Опасно? Да, спасибо. Вперед. Путешествие. Шамба, шамба. Дамы и господа, это делать очень опасно. Но если у вас есть с тобой шок, то с этим уже... Спокойнее, понимаете? Если что, прям мы в салоне напшикали. Друг друга все ослепили. Получше нет, ставим ставки. Просто сказать, вынчу, блин. Распродажа женских курток. 1000 рублей. А, нет, передумали. Уже 1500. Все. Распродажа закончена. Нет, вот еще рядом за 500 рублей. Вот это было очень хорошо. Очень модно. Мода твое второе имя. Ты не выбрасывала шторы старые? Ну, правильно, потому что что? Потому что если бы ты их выбросила, вот они были бы. Салфетку, похоже, больше. Ты когда не снимала ТикТок? А я снимаю ТикТок. Доброволод, модный магазинчик. Мы вот с Катей выбираем смесь. Ну что, вот это, мне кажется, надо брать, просто не раздумывая. Подключусь. Вы знали, что Риана выпустила свою одежду? Смотрите, именно в Конаково, вы только здесь. Приезжайте, покупайте. Забирайте, пока не разобрали всю коллекцию. О, да там их 3. У вас еще есть шанс. Ее, может, возьмем? Ладно, попозже. Где тут Джей-Зи свою одежду продавал? Как ты думаешь, Риана знает, что здесь ее одежда висит? Риана. Мне кажется, он просто не подозревает. Конаково. Кать, как? О, обалдеть, у тебя что, новый шарф? Им же можно вытираться, говорят. Потому что это полотенце на самом деле. Внимательно. Катя теперь модная. Лайк и подписка на канал. Спасибо. Just one. Одного листочка достаточно. У вас теперь есть мысли про Черкашу? Ребята, говорите вау. Вау, вау, вау. Вау. Бау, бау, бау. Бау. Просто шарф, в смысле полотенце. Просто шик, просто блеск. О, мореплаватель. Или это русалка? Русалка, русалка, исполни наше желание, ха. Ой, смотрите, игрушка. У вас игрушка убежала. Обалдеть. У всех была такая молодость. Ой, так закопал. Молодость, такие старые эти игрушки. Вон она. Если она убежала, то вон ваша игрушка. Хорошо, стою, далеко гляжу. Что скажешь? Ханакюве, бэбрэ. О, как хорошо приближает, оказывается. А это пёс. Это Катя. Шерфу. Шучу, полотенце. Дамы и господа, по этим аудиофайлам можно понять, что вчера туса прошла нормально. Мы все хорошо, конечно. Что это было? Все хорошо, конечно. Что за фигня? В голову это плохо входит. Магазин, Катя в полотенце, администратор магазина и кот. Слушай, 30 рублей? Ну, я думаю, в целом нормально. У тебя вроде баллы спасибо были. Ты, братан, недорого стоишь. Почему я думал, что бутылка воды по-другому выглядит? Что? Захотите сходить в туалет? Добро пожаловать в Метрогорский магазин. Смотрите, красота-то какая. Что, обязательно это снимать, да? Оу, нига. Рейдник, let's go. Катя, соблюдай дистанцию. Мы все-таки в очереди. Потому что что? Возьму. Спасибо вам огромное. Посмотри. На дистанции это тебе. Шучу. Гань-гань. Спроси, как гречка? Тоже вкусно. Пылесос чек. Знакомо, да лучше. Набрали народ армии? Видимо, да. Вы думаете, что это? Что вы сказали, шаурма? Так это же шаварма. Что? Ты знал, что есть шаурма и шаварма? Теперь знаешь, шаварма. Блин, есть кто? Эй, есть кто? Да блин, а, сейчас, ладно. Есть кто? Что это такое? Походу никого. Чё? Эй, а дверь закрыта? А как? Что, реально? Ну, как бы. Опять враг в написке. Ладно, шучу.
Хотел спросить, где купила такой красивый шарф? Вот такое чил. Вот что такое чил. Едем. Едем. Ребята, у нас ЧП. Кто это все понесет? Кто это уже несет? Как с 20 минут. Машин нет, такси нет, ничего нет. Помогите. Помогите, помогите. О, машина едет. Может, наше спасение? Пожалуйста, помоги. Я ему могу вот так вот махаю вспышкой, типа я все, это СОС, СОС, команда СОС, ребят, у нас. Please help us, помоги нам, чувак, мы ждем тебя близко. Катя! С этими тяжелыми сумками, тяжелой одышкой. Я поздравляю тебя с днем рождения! Обалдеть, у Кати день рождения настал. Вот под этим фонарем сумками. Ну, почти дошли, ну что, расстилай поляну. Катя! Сколько тебе, напомни, 14? 17, 10 или 17. Ребят, мы почти дошли. С днем рождения, елки-палки. Поляна расстелена. Так мы это все донесли. О, у нас, взрослый день рождения. Вот так вот, морс тут, ага. Вот, да, вот, ну, да. Катя, открывай, ну как-то открывай. Цую. Надо, чтобы прям еще так шмальнуло пеной во все. О, happy best. Класс, с днем рождения, Катя. Утро начинается не с кофе. Ладно, вообще-то мы уже поели. Лето. Зима. Все. С Новым годом. Дарина, шампанское. Да? Непокошенная трава. Трава покошенная. Какая шняга. Окей. А на улице лето. Лето. Осень. Лето на улице, зима. Лето, день рождения. Катя. Мы не зимой идем, а летом. Лето, я в кепке. Она в шубе. В кофте. Just a chill. Just a chill. С Новым годом. Взял такси. Нет, такси. Окей, идем дальше. Опять здесь и опять... О, пытаемся поймать машину. Катя, мы опять здесь. На принц, опять пешком дошли. Катя, рассчитывали сесть на машину. Ты километр ходи, ты хватит. Ну, что, где рождение? Тебя скорее. Катя, ну ты куда ушла? А, вот ты здесь. Прошло минуты, господа, на машине вот такой красивый, да, я хочу смотреть, красота. Любимый кнакер, как обычно, одевает свой зимний свитер. Let's go on the Zaudio. Но добрый человек нас подвез. Привет, чувачок. Привет, конюшечный чек. О, как это мило, это кони. О, такая прическа у тебя, брат, просто щик, щик. Теперь вы будете знать, как позвать коня. Эй, конь, эй, конь. Получается, смотри. Видите, не работает. Реально не работает. Блин, а? До этого работало. Hello, my friend. Я ухожу. А, просто надо за английское сказать hello, my friend. Запомните. Добро пожаловать, конечно. Правильно. Сейчас будет шоу лошадиных лошадок. Кать, это тебе. Надеюсь, она оценила. Здравствуйте, вы не касаетесь. Здравствуйте. Касайтесь, здравствуйте, нет. Как много коней. Мой братан, конь. Мой маленький конь. Это так мило. Он вылез из попки. Что? Да. И го-го. И это го-гош. Можно аккуратно, она кусается. Кусается. Серьезный конь. Зур, оу, зурам. Это стиральная машинка. Спасибо. Ну, джинсы колонии. Это Катя. В зимнем свитере. У меня лето. Осень, дофайна. Окей, let's go, окей. Добрый человек, Катерина, Катя. Это мой день рождения. Мы в раншине. Я закончил. Добро пожаловать на палубу корабля. Матросы, все кверху. Наш парус скрипит. Но не говори о том, что путинность заканчивается. Что думаешь, матросио? Добро пожаловать в Рэдисон, бич! Оу, е! Гоч-ген. Опасность. Опасность. Вот эти, кто уже упал. О, те, которые твои пропал. О, переживание. О, я. С днем рождения! Вот тебе салат. Странно, почти. И вот то самое день рождения. Красивый вид. Рэдисон. Вода. Катя чебурек наедает. Мартых сидит. С днем рождения.
Ребята, что происходит? Я еду на будущем. Самокат, вон электровелик, что происходит? Ла-ла-ла, будущее, будущее. Я, смотрите, я все толкаюсь, как это работает. Катя, ты в будущем. Что? Аккуратно. Что за шика-дрыга? Вот это райончик. Ты едь, я уже на велике. Оно само едется. Как там едется? Будущее, я с тобой. Едь, оно само едет. Я кручу педали, а едет то само. Катюха, с днем рождения. Будущее с нами. Дорогие друзья, сходили в магаз, купили. Что ты сказал? Женись на мне. Давай купим здесь квартиру, будем жить. Едем дальше. Как тут в сторону Москвы поехать? Здесь так много комаров. Ты видишь, что здесь хочешь жить после этого? Кстати, ты снимаешь. Мам, все у меня хорошо. Единственное, 174 комара меня подъедают. Но не обращай внимания. О, 173. Так, у нас аренда идет, между прочим. Катя, гоу-гоу-гоу. У нее сел велосипед. Смотрите, вот смотрите. Ребятушки, лайк за экстрим. Я пытаюсь сделать ровно. Просто лайк за красивый песок. Людей, которые идут с колесочкой, падаю практически практически. Просто экстрим in the world. Нормально ты сложилась. Чувачок, это что такое было вообще? Кать, с днем рождения. В целом сложилось хорошо. Прямо так плашмя сюда. Мои господа, только что. Sorry. Важно то, что как бы... Нам сделали скидку в честь дня рождения. В итоге вместо полчаса мы прокатались полтора часа. Чего? Ау-ах! Блин, чувачки. Туманчик. Чек. Пипец нам чек. Очень далеко идем чек. Ты как нам попасть домой? Машины едет. Ой, это луна. Мы просто идем откуда-то. Дамы и господа. Нас подвезли вот куда-то вот сюда. Все на самом деле очень страшно. А вот машина. Эй, включи обратно свет. Тихо, свет обратно, пожалуйста. Эй, о, спасибо. В общем, мы где-то вот в общем страшном месте. Там еще пипец какой-то, видите, звезды красивые. Реально луна. 3.